Привет, друг, с тобой Аван. Сегодня мы поговорим с тобой на тему, стоит ли играть в МТА в 2023 году. Разберемся по полочкам, обновления, онлайн, донат, количество серверов, почему рейдж убил МТА и так далее. Видос ожидает быть интересным и может ранить душу лолдов. Так что берите что-то вкусненькое, а я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. Начнем с того, что в 2020 году я уже снимал подобный видеоролик, где прогнозировал, что в 2021 году МТА умрет. И тогда уже было видно, что разработчики немножечко забили на МТА и не видели в нем будущего, и начинали развивать тогда свой сервер GTA 5. Наполовину я можно сказать угадал, ведь именно 10 марта 2021 году, уже два года прошло капец, сгорел дата-центр в Страсбурге, где стояли большинство МТА серверов. Если брать самые крупные сервера, то больше всего пострадала смотра, ведь она сгорела полностью, из-за чего разработчикам пришлось открывать новый сервер, но об этом позже. У CCD сгорел только первый и шестой сервер, и то у них получилось откатить сервер на неделю или на две назад. Радмир МТА вышел сухим из воды, потому что его никак это не задело. Об этом у меня кстати есть тоже отдельное видео, ссылочку я оставлю в описании, может кому-то интересно поностальгировать. Давайте поговорим о серверах. Бонусные сервера до внимания я брать не буду, ведь это пустышка, у которой есть только один смысл это заработать с вас деньги поговорим о трушных легендарных серверах по типу ccd радмира смотры если еще можно ее сюда включить э, насчет дрифт серверов хоть они построены на одной платформе на одном моде то да они тоже умерли дрифт paradise с 15 серверов там всего лишь 700 людей онлайна может это ебаты я не знаю на одном сервере может быть 150 онлайн, а в другом 30, на третьем вообще 0. Ями больше не существует, как и Real Дрифта. Ладно, на Real Дрифте из трех серверов сидят там человек 50 максимум. Почему они упали куда ушли игроки, поговорим немножечко позже. CCD Planet – это легендарный проект, с которого и началась, можно сказать, индустрия МТА, первые версии которого появились еще в 2014 году, а всеми любимым он стал с 2015 по 2016 год. Данный проект насчитывает всего лишь 6 серверов, на котором в данный момент играют около 1000 человек. Также на нем снимали и начинали многие ютуберы-миллионники. Последним из них, кстати, ушел Булкин, хоть он это и не афишировал, но уже 5 месяцев прошло с момента последнего ролика из-за чего онлайн на втором сервере просел где-то в половину. Также CCD смогли нажить себе конкурента в лице Радмира, когда они забанили Ковалевского на третьем сервере. Радмир МТА, не менее легендарный сервер, за разработкой которой смотрели все. Хоть и Ковалевский переключился больше на КРМП, но МТА вышло тоже достаточно неплохое. Всего этот проект насчитывает три сервера, на которых в среднем играет 500 человек. Через халатность разработчиков и админов, спустя 100 снятых видеороликов я сам ушел из данного проекта. Смотрим то, да. это один из алдов индустрии, который построен на слитом моде CCD, который понемногу перерабатывался. В свои года имел три сервера и большие перспективы, но после выхода разработчиков GTA 5 обновы пропали, а после пожара то и вовсе они открыли сервер сначала, с огромной экономикой, с которой игроки все посмеялись и ушли на другие проекты или в другие игры. На данный момент на сервере играет 20-50 человек. Один год назад я заходил на этот сервер поностальгировать, и по ощущениям понял, что я попал в 2018-2020 год. Ролик об этом тоже есть, и я оставлю на него ссылку в описании. Вот как вы думаете, что движет развитием МТА серверов? Правильно, это хорошее рекламное агентство и вовремя выпущенные крутые обновления. Насчет CCD на нем обновления выходят достаточно часто, один раз в 2-3 месяца. Хоть они не особо крупные, но выходят сливы, акции, мероприятия и все в таком духе. Но счет Редмира там все похуже. Там этим занимается один разработчик, ведь Ковалевский считает, что МТА умерла и не стоит тратить на это свои силы. Поэтому за последний год вышло всего лишь две обновы. Летом в июле и зимой в декабре. На смотре это тупо забей. Там обнов еще не было с 2020 года. Интерес. Какой интерес развиваться в МТА? Если раньше каждый второй играл в самп и хотел играть что-то похожее, только с модами, тюнингом, чипами, и чтобы это все видели, то МТА могла предоставить это. Если раньше не было серверов GTA 5 и вообще не у каждого была возможность играть в GTA 5 с модами из-за слабого компа, то МТА могла предоставить это. Но теперь в 2023 году я думаю, что мало у кого есть такие проблемы. Единственное, что может сдерживать, это то, что МТА бесплатно, Платная, а GTA 5 платная, хотя ее и вайпики раздавали, да и по скидках она тоже стоит мелочь. Если вы зайдете на любой сервер в МТА, вы заметите, что большинство из них держится на Алдах. На людях, которые уже все успели, все купили и просто заходят пообщаться, поугарать. Ну или как минимум просто не просрать свои имущества. Новичков встретить в данной игре достаточно сложно. Единственное, что может поднять сервис колен на пару дней или на месяц, окей, это новое крупное обновление, ведь все знают, что во время обновления происходит дикий буст онлайна. Но если я это не поддерживаю, тогда и смысла в них особо нет. Почему Rage убил МТА? Все просто. Если раньше только в МТА были моды на тачки, тюнинг из реала, чиповки, настройки колес, то с обновлением Rage а это теперь тоже стало доступно. Теперь и в GTA 5 есть все тоже, И без разницы это RP сервер или RPG по типу смотра Rage. Настройки колес, чиповки, лицензионный транспорт с тюнингом. А, и тем более из-за того, что в GTA 5 больше автомобилей, на серверах может быть больше модов на авто, чем в да. И они будут полноценными. Не будет такого, что автомобиль четырехместный, а максимум может сесть два человека из-за того, что в GTA не хватает моделек, на которые можно заменить транспорт. В GTA 5 есть все. Онлайн, красивый графон, да, и в принципе и будущее. И не менее важно, это пиар сфера, ведь сейчас каждый ютубер, который играл раньше в МТА или в САМП, играет в GTA 5 и по максимуму пиаре данные сервера. А что сейчас у нас находится в топе? Правильно, в топе находится то, что на хайпе, а на хайпе что? У нас GTA 5. Поэтому остальные сервера понемножечку начинают загинаться. Смогли ли сервера с МТА переехать в GTA 5? Один из серверов, можно сказать, что да, это смотра. Вот ей летом будет уже 3 года, а средний онлайн на ней 700 человек. Это тот сервер, который все еще нам отдаленно напоминает МТА, с теми же системами, логикой и геймплеем. Но не без проблем она существует, в отличие от своих конкурентов. CCD Planet GTA 5. Два раза пытался открыться этот сервер. Первый раз он и не прожил месяца, но разработчики не сдались и спустя год попытались открыть его еще раз. И сколько шума они тогда навели, это был реально год проект, на котором я снимал достаточно много видеороликов. Но из-за кучи багов, откатов и глобальных изменений в экономике сервер скатился и спустя менее одного года его существование, он закрылся. Официально CCD об этом не говорили, но кто знает, может нас ждет третий перезапуск этого легендарного проекта. А более детальный видос, почему он закрылся, у меня есть на канале, ссылка на него тоже оставлю в описании. А что насчет Радмира? Радмир решил не открывать сервер по типу МТА в GTA 5, а просто открыл Радмир RP, на котором есть все то же, но только с РП составляющей. Сначала он достаточно уверенно боролся с GTA 5 RP, но был одним из топов, но после ухода пиар агентов в лица ютуберов дела пошли не очень хорошо. У них всего лишь 3 сервера со средним онлайном в районе 2500-3000 человек. Смотря этот видеоролик у вас наверное появился вопрос, что же лучше? CD или Радмир. Смотрите, хоть это и по смыслу одинаковые сервера, но по реализации они совершенно разные. Давайте, чтобы не затягивать ролик, выделим конкретные плюсы и минусы данных проектов. Значит, начало, где лучше начинать игру по факту и там и там есть какой-то начальный бонус начальный мопед поэтому давайте и тому и тому проекту поставим плюсик по экономике на ccd экономика легче и легче заработать денег на ccd но поиграя на радмире и узнав некоторые фишки в принципе и на радмире не сложно но давайте все-таки за экономику отдадим балл ccd задание квесты достижения э, первые задания появились на радмире там есть и квесты дополнительные и за выполнение всех Задания тебе дадут еще дополнительную валюту, и там есть еще система достижений. На CCD только недавно, ну как недавно, полгода назад, даже меньше, добавили систему ежедневных квестов, но это не то. Поэтому за этот э, пункт дадим плюсик Радмиру автомобили. Автомобили по факту они и там, и там одинаковые, но есть разница. Поэтому это на любителя: что там, что там тюринг прикольный. Кастомизация персонажа. Конечно же на Радмире лучше, потому что там есть куча одежды, от начинает обуви до головных уборов, очков. Плюс ты еще можешь побрить персонажа, подстричь его, что на CCD сделать нельзя. Дополнительные карты. Здесь выигрывает CCD, потому что на нем есть дополнительные дрифт трассы, которых на Радмире нет. Ну как бы на Радмире есть одна дрифт трасса и драк, но это не то. Поэтому плюс CCD. Работаем. Работа хоть и там и там по смыслу одинаковая, но реализация работ на Радмире круче. И на Радмире есть дополнительные работы, которых нет на CCD. Маппинг тоже выигрывает Радмир. Кланы, тоже выигрывает Радмир. Спустя столько лет CCD не удосужились добавить хотя бы какую-то клановую систему, а на Радмир добавили наконец. Оптимизация. И тут же Радмир лучше CCD. Потому что CCD даже не пойдет на самых-самых-самых мощных ПК, которые сейчас существуют. Ну просто плохая оптимизация. Онлайн. Онлайн лучше на CCD. И админы. Админы это такая, знаете, пацаны штука, что, ну, не, не зависит это от проекта, но все-таки админы лучше на CCD. И в итоге с нашей голосовалки выигрывает Радмир. Ну, по факту, реально, он как будто интереснее. Но если вы хотите разнообразия, можете поиграть немножко там и немножечко там. Ну и самый главный вопрос данного видеоролика. Стоит ли играть в МТА в 2023 году? Теперь я точно считаю, что не стоит. Ну как, если у вас уже есть развитый аккаунт, то почему бы и нет? Можно заходить время от времени, но чтобы на постоянку, то смысла реально никакого нет. Если вы хотите и вам это нравится, вы смотрели ютуберов и хотите также, тогда welcome, никто вам не запрещает, но запомните, что пока разработчикам это выгодно, что они еще что-то зарабатывают с этого проекта, до того времени будут существовать эти проекты. Как только они начнут уходить в минус, они где-то останутся далеко-далеко-далеко, в теплых воспоминаниях в вашей душе. А вообще, пацаны, лучше не сидеть перед ПК, а пойти на улицу, пообщаться с друзьями, повеселиться. Если вы говорите, что такого у меня нету друзей, вы просто не пытались. Помацать телок за жопу. Ведь жизнь одна, и она, ребята, очень коротка. Со временем вы это поймете. Вроде вам вчера было 15, а сегодня уже 20. Но у меня, в принципе, на этом все. Я надеюсь, этот ролик был тебе полезен и интересен. Поддержи этот ролик лайком и комментарием. А если ты еще и олд, и переживаешь это вместе со мной, то это безоговорочно. Напиши в комментариях, на котором сервере ты играл или играешь сейчас, как тебе он. Будет очень интересно почитать. Не забудь подписаться на канал, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного, веселого контента, колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым, и никогда их не пропускать. Ну, с тобой было. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока!